Популярность к актрисе Ольге Фадеевой пришла после выхода сериала «Солдаты», в котором она сыграла сержанта Ирину Пылееву. Зрителям нравилось наблюдать за любовными треугольниками вокруг этой красивой женщины. Но сейчас Оля не часто балует поклонников новыми ролями. На первое место в своих жизненных приоритетах артистка ставит семью. В 2008 году на съемках боевика «Непобедимый» Ольга познакомилась с актером, красавцем, каскадером Александром Самохваловым. Влюбилась в него с первого взгляда. Вышла замуж и родила сына Алешу. У Саши есть свой продюсерский центр, который занимается постановками трюков в кинофильмах. Фадеева, помимо актерской деятельности, активно помогает мужу и в его работе. Оля при этом обладает не только красотой и талантом, но и уверенностью в себе. На любую роль не соглашается, а героинь выбирает, ориентируясь на личные предпочтения. Она снимается раз в несколько лет. В 2018 году сыграла эпизод в картине «Ласточка», а в прошлом, 2021, сыграла Анну Протасову в картине «Казанова в России». А в данный момент никаких съемок не проводится. В такие свободные от работы месяцы она занимается домашними делами. Живут они вместе с родителями Александра в загородном доме в Подмосковье. В этом актриса находит огромные преимущества. Рядом с ними проживают любимые собаки и даже лошади. А на участке замечательный сад и небольшой огород, где Ольга со свекровью выращивают овощи. Также у Фадеевой много хобби. Сейчас она много времени уделяет китайской живописи. Говорит, что люди должны оставлять после себя материальную память, а роли вызывают только эмоции, которые потом быстро заменяются новыми. Рисование – это совсем другое. Но поклонники актрисы очень по ней скучают и хотят видеть на экране чаще. Отмечают, что Фадеева за эти годы ни капли не изменилась. Ей 43 года, а выглядит она на 20. А вы помните сериал «Солдаты»? Жалеете ли вы, что Ольга почти не снимается? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!